приехал, значит, чтобы встретиться с теми, кто учится в школе летчиков, воспитателей, и кто там когда-либо заканчивал эту школу. Вот, но я так понимаю, что вот, значит, вот это аудитория как раз то, о чем вы говорите. Вы можете посмотреть на меня. Почему? Хорошо. Конечно. Значит, джентльмен. Присаживайтесь, да. Про вас фильм. Ну, что надо про меня. Ну и посмотрите, будет у вас время. Да. Нет, джентльмены, давайте будем к нашему гостю относиться с уважением. Просит он так. Он еще хотел, я вам объяснил, да, съездить еще на микояновскую фирму, с которой связаны, значит, годы жизни, да? Вот, спасибо большое. Расскажите нам, пожалуйста, вот, что вы хотите, мы вас с удовольствием послушаем. А что вы хотите от меня услышать? Мы хотим услышать, когда вы собираетесь палиться на истребителях, чтобы мы себе сами не казались слишком старыми. Ну, я так представляю себе, что вы, значит, пришли, чтобы посмотреть на такого динозавра, как я. Вот. Ну и что-нибудь там послушать от него. Я, значит, вот пришел к вам как на праздник, потому что встретиться с людьми, которые или учатся, или собираются выйти из этих стен летчиков-испытателями, или там инженерами-испытателями, кем угодно, значит, для меня это совершенно неординарное событие, вот. Потому что я отношусь, значит, вот к тому поколению летчиков, и в частности выпускников школы летчиков-испытателей, значит, которые после образования этой школы, значит, были вторым набором, а так сказать. Значит, я пришел в школу летчиков-испытателей задолго, еще до той поры, пока вы родились. Это был 51-й год. Вот это было время, значит, я бы сказал, расцвета нашей реактивной авиации. И все мы были полны желанием отдать себя вот тоже развитие нашей отечественной авиации, самолетостроения, двигателестроения. И вот таким образом, в 1951 году, значит, вот я поступил в эту школу, и в 1953 году закончил вместе со своими товарищами, с товарищами в живых остался один я. Наш набор второй довольно потерпел существенные встряски, и большинство из нас разбились, ушли из жизни, так сказать, с боевой работы. Ну, вот, а некоторых, значит, вот в моем лице, вот еще до сих пор, значит, имеет возможность радоваться жизни, радоваться, значит, нашей авиации и скорбеть о ней. Вот мы в наше время занимались именно созданием не только самолетов, новых отечественных моделей самолетов, но также и двигателей. И также оборудование, значит, самолетного, и не только самолетного, и наземного оборудования. Значит, наша работа заключалась не только в испытаниях самолета, значит, как там сейчас пишут всякие журналисты, значит, вот в испытаниях, там, проверки, значит, насколько он там прочный или там насколько скоростной. Все гораздо глубже, потому что летчик-испытатель – это фигура творческая. И они просто такая исполнительная,
значит, которое призвано вот чего-то такое, значит, испытать, выдержит, не выдержит, хотя эта сторона, так сказать, его деятельности, безусловно, значит, ему сполна отдана, и, конечно, в летных испытаниях, конечно, значит, летчику, безусловно, необходимо будет дать полную оценку самолета, всех его возможностей, в том числе, значит, ответить на вопрос, выдержит или не выдержит, выдержал самолет или не выдержал. Это всегда, так сказать, первостепенный вопрос, но не основной это вопрос. Это как бы попутный вопрос. А основной вопрос, он заключается для летчиков-испытателей в том, что а насколько вот этот самолет, который вам вручили, насколько он отвечает вот тем требованиям, которые страна ждет от этого самолета. Насколько он способен будет выполнять все боевые возможности свои, значит, и это, пожалуй, самое главный вопрос, на который должен дать ответ летчик-испытатель. Поэтому фигура летчика-испытателя следует рассматривать не просто как исполнитель там чего-то, значит, выдержит, не выдержит металл, а следует рассматривать как фигуру, которая непосредственно является одним из создателей, вот в данном случае новой модели самолета или нового оборудования там, и так далее. Значит, вот все мы, безусловно, занимались творческой работой. Вот мы работали в то время, когда я сам определял себе задание. Правда, писался и полетный лист, но полетный лист писался, значит, вот мы вместе с инженером, ведущим, значит, садились, значит, ну чего сегодня, чем будем заниматься в полете, вот то-то, 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 то-то. А уже в полете я решаю, что вот то-то, то-то лучше не делать, лучше не проверять, а вот лучше мне вот эти провести, так сказать, исследования. И я, как испытатель, был самостоятельной фигурой. Я мог это сам решить в полете, никого не спрашивая, никого, значит, а когда прилечу, я уже, значит, там дам соответствующее, так сказать, объяснение, оценку там и так далее. Это было, вот, повторяю, время, когда вот эта бюрократия еще не коснулась вот такой отрасли, как, значит, создание новой авиационной техники. Ну, что сказать, значит. Значит, я хотел бы, чтобы... Значит, а кто будет... Поднимите руки, кто будет завтрашними летчиками, вот кто сейчас учится. Раз, два, три, четыре. Да. Вы будете летать на самолетах или на вертолетах. Не важно, на чем вы будете летать. Не важно, на чем будете летать. Но что я хотел бы вам сказать, самое главное, что у вас... Вот встречаясь с новой машиной, которая вам предстоит, значит, вот общаться, должно быть представление, а каким вы хотите видеть этот самолет. У вас должны сложиться в уме определенные критерии уже подхода к этому самолету. Если у вас есть понимание, а каким я его хочу видеть, тогда я могу все время сравнивать это с каким я хочу и что я имею. И это вам всегда будет
ответом на вопрос, насколько он удовлетворяет уже вашим личным требованиям во всех, так сказать, его характеристиках, и там управляемости, устойчивости там, и так далее, и так далее. Насколько это все, значит, вот вас удовлетворяет. Поэтому, прежде чем приступать, надо четко себе представлять, чего я хочу от этой машины, каким я его хочу видеть, когда она, значит, вот пройдет через ваши руки. Если у вас такое представление есть, это очень важно. Ну, на пути к этому, конечно, необходимо много чего знать и много чего уже освоить. Это прежде всего надо, конечно, четко понимать, значит, как он летает, этот аппарат, по каким законам он летает, и какие критерии оценки я, значит, могу к нему применить, чтобы оценить его, значит, вот все эти возможности. Надо много знать, надо много учиться для этого. И скажем прямо, что школа летчиков-испытателей учила этому. Учила и вкладывала эти знания, значит, вот в каждую нашу голову. А предположим, о штопоре нам, кто чего рассказывал, да сам основоположник теории, значит, самовращения крыла, значит, основоположник Журавченко, такую фамилию вы слышали, если, Журавченко, он еще в затертые, там, 20-е годы, значит, там вот всякие ленточки ставил, приклеивал, значит, на крыло, там, на стабилизатор, там, и так далее, и тогда, значит, или там на штанге высовывался, значит, во время, значит, вот срыва и на самом штопоре, чтобы понять, как же этот воздух там воздействует на крыло, на все детали самолета. И он создал теорию самовращения крыла, и это был Журавченко. Конечно, все, о чем я вам рассказываю, я прошел на своей шкуре, что называется. Я прошел, потому что я получаю опытный самолет, который, значит, еще только был на бумаге, а потом в металле. Я, значит, уже, значит, должен был уже с ним, значит, каким-то образом породниться, что ли, чтобы понять, значит, что к чему в этом самолете, и что от него следует ожидать, и так далее, и так далее. И мы к этому, мы, выпускники школы летчиков-испытателей, были, безусловно, подготовлены. Михаил Васильевич Котельников – это был не просто человек, а это был организатор, создатель этой школы. Потому что, когда кончилась война, значит, по задумке Михаила Михайловича Громова, значит, он первым понимал, что для того, чтобы готовить летчиков-испытателей, надо создать какую-то школу. И поручил ее создать Михаилу Васильевичу Котельникову. И Михаил Васильевич Котельников вместе со своим заместителем Домиником Тимофеевичем Мазуром, такая фамилия, вам ничего не говорит, а вы должны эти имена запомнить и в душу заложить. Это были люди, которые все это начинали с азов, создавали, и потому я лично считаю, что вот ваша школа летчиков-испытателей имени Федотова, а имя человека, который все это создал, и до сегодняшних дней мы пользуемся его созданием, оно вообще ушло куда-то в сторону. И это неправильно. Я совершенно уверен, что
школа летчиков-испытателей должна носить имя Михаила Васильевича Котельникова. Я хотел бы только еще раз подчеркнуть, что если вы собираетесь быть летчиком-испытателем, то вы должны четко представлять, что вы должны быть творцами, не исполнителями. Исполнителями, само собой. Но вы должны с самого начала понять, что ваше место в кабине самолета или в кабине вертолета, что ваше место в воздухе – это место творца. Творца новой опционной там, техники или новой модели самолета. Конечно, создание значит, новой техники, конечно, оно и привлекательно, оно и романтично, но оно и, конечно, опасно. Безусловно, потому что вот подстерегает вас в любой момент что-то, что неизвестно. Казалось бы, все известно. Есть продувки самолета, есть расчеты, есть то, другое, все есть. А тем не менее, вот бах, и что-то случается. Петухов Алексей, слушатель школы летчиков-испытателей, Георгий Константинович, у меня такой вопрос. В вашем фильме, приуроченном к вашему 85-летию, вы произносите такую фразу, что летчик-испытатель должен четко представлять грань, когда нужно спасать самолет и с какой поры нужно уже спасать себя. Скажите, как вы видите эту грань? Вопрос у вас актуальный, спасибо. Весьма актуальный. И могу сказать, что да, прежде всего, и в том числе и летчики-испытатели, они должны четко себе представлять, значит, до какой поры я должен спасать самолет, а с какого момента я должен спасать уже самого себя, а не самолет. Вот я лично считаю, когда говорят о гибели Гагарина, я лично считаю, что Гагарин пропустил этот момент, когда не надо уже дальше спасать этот МиГ-15, на котором он погиб. А надо уже заниматься собственным спасением. Но все мы еще и люди. Мы не только там, значит, профессионально там какие-то, но мы еще и просто люди. И в нашем сознании, если мы воспитаны, то должно быть обязательно четкое такое воспитанное чувство, что я должен. А я должен вот в таких-то рамках. А если, может быть, значит, с точки зрения, значит, вот выполненного долга, я все сделал правильно. Я не спасал свою жизнь. Хотя надо было спасать. А с точки зрения, значит, вот такого уже конкретного подхода неправильно. Надо было спасать свою жизнь. Но все это дело в том, что мы, вот наше поколение, конечно, было воспитано вот именно вот в таком духе, что да, ценой собственной жизни. И без всякого, значит, там пафоса, вот какой героизм там и так далее. Никто об этом не думает. Но однако вообще вот у нас это чувство было воспитано, очень четко было воспитано. И без него вообще нельзя работать летчику-испытателю. Хотя очень важно, повторюсь, значит, отвечает на ваш вопрос. Очень важно, значит, четко представлять себе границы, когда хватит заниматься металлом, занимайся собой. Так. Спасибо. Юрий Михайлович, можно вопрос? Александр Виктор Константинович, у меня вопрос вот какой. Значит, известно, что в те времена, когда у вас был рассвет, вот это после школы летчиков-испытателей, рассвет всего нашей авиации, было много аварий. И вот как
с этими, ведь не было специальных отделов безопасности полетов, чего, значит, наверное, с этим делом как-то пытались тоже справляться, но и как вот тут было соотношение бюрократических методов и вот такого свободного подхода. Я поясню, значит, ходят слухи, что на аэродроме стоял МиГ-15, на котором свободный летчик мог слетать, вот полетать на пилотаж, к примеру, если ему там хочется. Это вроде бы было правило, не возбранялось, пока его немножко не пальнули, и там было происшествие, да? И что, он мог сам прийти, сесть, самолет? Ну, такой вот ходят байки такие, да. Ну, вот. Это байки. Ну, вот расскажите, пожалуйста, вот про эти вещи. Это, конечно, байки, никто не мог просто так, значит, подойти к самолету, сесть и полететь. И, конечно, этому предшествовало и подготовка самолета там, и так далее, и вы как летчик, значит, все должно быть как у людей, все должно быть в рамках и установленных правил там, и так далее. Вот. Но я должен сказать, что я не согласен вот с тем, что вот в мое время было много аварий. И я даже думаю, что если говорить об авариях по вине летчика, то, скорее всего, их и не было, скорее всего. А аварии были связаны с остановлением, значит, вот, новой авиационной техники там, и так далее. Вот. Поэтому, значит, и тоже не скажу, что уж так уж много. Но были, конечно. Да, вот, пожалуй, я еще чего вам не сказал, значит, о школе летчиков-испытателей. Так это такой факт, что школа летчиков-испытателей была в Министерстве авиационной промышленности совершенно самостоятельной единицей. Значит, в школе были собственные самолеты всех типов, разных истребителей, бомбардировщики все. В школе был свой штат, значит, и инструкторов, и инженеров, которые обеспечивали эти полеты там, и так далее. В школе был свой финансовый счет, и начальнику школы Михаилу Васильевичу, значит, вот Котельникову, не надо было кланяться, чтобы получить на что-то разрешение, значит, вот на что-то в интересах школы летчиков-испытателей, которую он возглавлял. У него было все свое. Он сам был хозяином и финансов, и всего на свете. Можно еще вопрос? Вот скажите, пожалуйста, когда вы учились в школе, в это время вы могли принимать участие в летных испытаниях на фирмах, в ЛИИ, там, будучи нет, слушателем? Нет, мы не принимали участие, значит, будучи слушателями школы, не принимали участие вот, ни на фирмах, нигде. Вот. Да, наверное, особой надобности не было, значит, с точки зрения вот нашего обучения. Такой особой надобности не было, потому что система подготовки летчика-испытателя в самой школе была очень совершенная и очень разумная и очень демократичная. Поэтому то, что... Но зато на земле мы весьма тесно общались с летчиками-испытателями ЛИИ и фирм. Ну, в частности, скажем, и Михаил Михайлович Громов к нам приезжал и очень часто, значит, вот собирал наш коллектив, и, значит, мы вели различные беседы. И Сергей Николаевич Анохин очень частенько, значит, тоже заглядывал к нам. Ну вот, поэтому на земле-то мы, конечно, контакты имели достаточно такие тесные с летчиками-испытателями, которые в то время уже были выдающимися. Вот. А принимать участие вот в полетах, значит, мы не принимали. Оказывается, как,
Оказывается, в кабине самолета, значит, в те наши времена, был один единственный прибор, который никогда не отказывал. Это магнитный компас. Он никогда не отказывал. А можно ли летать по одному магнитному компасу, когда вообще, значит, никакого ни авиагоризонта, ничего нету, а вот есть только, значит, магнитный компас? Оказывается, можно летать. Оказывается, можно. И вот наши инструкторы на тяжелых машинах, значит, в том числе нас учили летать по магниту. Там ни пионера нет, ни этого самого, ни шарика, ничего нет. Есть только один магнитный компас. И по нему можно летать, выдерживать высоту там, и так далее, и так далее. Так что вот такая вообще, значит, вот такой подход к обучению, он, так сказать, я бы сказал, разносторонний был. И не случайно, что, значит, вот из нашего выпуска очень многие попали работать на фирмы и стали там ведущими летчиками на фирмах. Ну, так. Еще вопрос. Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос такой, ну, как и слушатели, и молодые летчики-испытатели, хотим учиться как бы на чужих ошибках, а не на своих. А у вас так как опыт огромный, может быть, расскажете какие-нибудь варианты своих или знакомых, ну, также летчиков, что нам не стоит делать, чего, чтобы не довести до какого-то катастрофического или аварийного случая. Ну, к примеру, тот же Федотов, вы говорите, да. Там, значит, где-то вот лег, вот в первом чуть ли... в начале своей летной деятельности. Да. Вот такие вот случаи какие-то, вот он и просит рассказать. И в конце своей летной деятельности тоже. Да. Вот что-то такое характерное, может повторяющееся или какие-то вещи. Потому что у нас не очень много такой информации, да, о таких вещах, что, да, поучительно именно от летчиков. При всем уважении, при всем большом вкладе, который Федотов сделал, значит, в авиацию, скажем так, вот, он сделал и массу ошибок, и погиб в результате собственной ошибки. И не надо паниковать, как он спаниковал, и на четвертом развороте, значит, вот, и убился не только сам, но еще и, значит, и своего пассажира. Поэтому тут, значит, вот чего не надо делать, это прежде всего не надо паниковать, если что-нибудь случилось, а случится может все что угодно, но надо, значит, вот находить в себе, значит, находить разумные, значит, мгновенные решения. Мгновенные. Вот такие решения. Ну, что еще можно сказать, не надо неподготовленным, значит, вот тоже садиться в кабину. Вот я не знаю, вот я лично всегда готовился к полету, каждому готовился. Это когда ложился ухом на подушку, уже день кончился, начинается ночь, жена думает, что я сплю уже, а я себе проигрываю этот завтрашний полет, а если вот случится то-то, а если это, то что я буду делать? И поэтому не бывает такого героизма, когда вот пришел, увидел и победил, такой вообще, значит, очень героический там человек. Героизм бывает только в том случае, если вы готовы, если вы тщательно что-то, значит, все продумали, и в результате, если с вами случится, то вы будете действовать прежде всего по тому рецепту, который вы сами для себя уже, значит, проиграли в голове своей. Вот. Поэтому, значит, вот лично я в основном вот готовил себя, значит, вот к завтрашнему полету, вот сегодня, уходя в ночь. Вот. Да. Если раньше это тоже там чего-то прощалось, сама техника прощала, то уже вот когда началась такая серьезная реактивная техника, она вам не простит, и поэтому хочет,
хочешь не хочешь, нужно вообще держаться в определенных рамках там и так далее. Вот, ну ладно. Спасибо. Ну, нет, просите, пожелать вам всем, значит, успешной деятельности, и прежде всего вам, значит, вот, который готовится стать летчиками-испытателями, вот, и мне от всего сердца, значит, хочется вам пожелать, значит, вашей деятельности, в том числе и удачи. Вот такой диплом. Вот этот мой диплом, да. Он, правда, с отличием. У меня все дипломы были только с отличием. Неважно. Так вот, выдал Масалов тра-та-та-та-та-та-ка в том, что он закончил школу летчиков-испытателей там, и так далее. Союзный. По специальности, испытания самолета, двигателя, авиационного оборудования там, и так далее, и так далее. Вот. Значит, он выдавался вот такой диплом. А номер какой? Номер какой? И номер тут есть, номер все. Какой? Номер вот. Первый? Нет, нет. Это номер какой-то 16, там. 16. Это же государственный. 16. Какой-то, знаете. Да. Дерги. Ой, спасибо большое, чтобы я пересохнул. Асан даже ничего не сказал. В системе, значит, среднего профессионального образования, и там какой-то и номер там, и так далее, все это. Средний. И этот диплом давал право поступать в институт, вот если с отличием, то без экзаменов. Вот. Народ, выстроим. Так что вот такой, значит, такая бумажка, она... Ну, не бумажка, да, это такой чего? Диплом, он... Куда, что туда? Он начал, так сказать, не только фиксировал, чтобы вы там где-то чего-то учились, но и получили права на какую-то дальнейшую деятельность свою. Вот, так что вот это все было, я не знаю, что вы сейчас вам выдают какую-нибудь бумажечку. Дают. А? Дают, да. Ну, если она имеет такие же права в отношении, значит, высшей школы там и так далее, что если... что я вот с этой бумажкой мог вообще поступить без экзаменов в московский или институт, или университет на Ленинских горах, пожалуйста. Ну, правда, тогда вот не на Ленинских горах. За тех, кто в небе, кто в полете, крылатым управляет кораблем, за безопасность, за пилотов, давайте выпьем и еще нальем. За тех, кто в небе, за штурвалом, кто любит и не может не летать, чтобы им вести не перестало, а на земле их не устали ждать. Взлет и посадка — такая работа, каждый полет не похож на другой. Сердцу тепло, когда знаешь, что кто-то ждет твоего возвращения домой. Рейсом обратным домой прилетаю, вот и четвертый уже разворот. И на прямой теплым светом встречает гавань воздушная аэропорт. За тех, кто в небе, кто в полете, крылатым управляет кораблем, за безопасность, за пилотов, давайте выпьем и еще нальем. За тех, кто в небе, за штурвалом, кто любит и не может не летать, чтобы им вести не перестало, а на земле их не устали ждать, не устали ждать. А настроение хорошего можно пожелать? Ну, это еще туда-сюда. Более конкретно. А я, значит, пользуюсь такой формулой. Я желаю и хорошего... не здоровья, а желаю хорошего самочувствия. Сегодня не хуже, чем вчера, а завтра не хуже, чем сегодня. И так на многие годы.
Так что вот так.